Льет ли теплый дождь, падает ли снег, он стоит на трассе с пальцем вверх, типичным знаком путешественника автостопом. От других любителей такого туризма барнаулец Лука Ревякин отличается оснащением. У него есть все для того, чтобы снимать захватывающие сюжеты о своих путешествиях и о людях, которые встречаются на пути. Самый главный гаджет — это вот эта вот камера, которая вот она вот у меня сейчас снимает. Это дрон, который очень хорошо летает, снимает очень хорошую картинку. И подписчики в восторге от его кадров. Ультрабук, значит, небольшой такой аппарат, на котором я монтирую в путешествии. Взял с собой солнечную батарею. Я ее прикрепляю к своему рюкзаку и весь день хожу. А еще из обязательных атрибутов – легкая палатка, спальник, газовая горелка и большой рюкзак. Автостопом Лука начал заниматься относительно недавно, но к его видеосоветам уже прислушиваются другие любители легких приключений формата «Суперэконом». Ведь в пути может случиться всякое. Практически каждый водитель садит тебя в свою машину для того, чтобы ты с ним пообщался, чтобы ты ему дал эмоциональный ресурс. Особенно дальнобойщики это хотят. Больше всего сложностей возникает в зимних путешествиях. Я взял с собой спальник, коврик и спустился с трассы в 3 часа ночи. Лес, в общем, тьма, я спускаюсь, ноги сразу в хлам мокрые. Стелю спальник, раскладываю, в общем, все свои пожитки. Впрочем, зимнее путешествие автостопом из Москвы на Алтай Луке запомнилось не только сибирскими морозами. В процессе своего пути до Алтая я понял, что это офигенно. То есть это новые люди, это новые эмоции, это драйв, приключения. Вот оно то, что я и хотел. Посмотреть видеоотчеты о путешествии Луки на Алтай можно на его YouTube-канале «Лука Тревел». И как показывает его опыт, наша малая родина действительно хорошо приспособлена к разным видам отдыха, включая такой бюджетный и экстравагантный, как автостоп. Вадим Слюсарев, Константин Ганов, Михаил Лифуншан. Новости.